Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем классную самоделку из профильной трубы. Профильная труба у нас будет 40 на 20. Также сделаю небольшую вставочку на свою недавнюю покупку. Просили рассказать. Ну а мы приступаем к изготовлению самоделки. Усаживаемся поудобнее. Всем приятного просмотра! Друзья, ну а сейчас на минуточку отвлекемся. Недавно приобрел себе вот такую мини-мойку от компании Kärcher. Модель у меня называется Kärcher K5 Compact. Брал на официальном сайте за 23 тысячи рублей. Данная модель идет с двигателем водяного охлаждения и дается гарантия 10 лет. Это послужило для меня большим плюсом, потому что не каждый может похвастаться с такой большой гарантией. Также хотелось бы подчеркнуть, что гарантия 10 лет дается только на мини-мойке с двигателем водяного охлаждения. Также для вас, дорогие подписчики, у меня есть индивидуальный промокод на скидку 15% на всю бытовую технику на официальном сайте Kärcher. Но он не суммируется с другими акциями. Ссылку на сайт и промокод будут в описании под видео. Ну а я, как вы видите, затестил мойку, отмыл бассейн, также отмыл мотоблок. Доволен результатом просто на 100%. Ну а мы продолжаем.
Итак, самоделка наша почти уже готова. Осталось ее собрать. Все комплектующие и составляющие я разложил на столе. Поэтому давайте соберем и посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, вот такие столярные ваймы у нас с вами получились. Изготавливаются довольно-таки легко, простенько. Сейчас я покажу вам принцип работы. Возьму вот такой кусочек фанеры. Мебельного щита у меня сейчас нету. Вот таким способом мы устанавливаем ваймы. Устанавливаем упоры. Например, вот сюда. Вот такие вот упоры я сделал. Ставим их сюда и закручиваем. Вот, в принципе, и стянули. Также для более крепкой фиксации можно использовать ключ и уже ключом подтягивать. Единственное, что хотелось бы еще сказать, вот про эти упоры. То есть сами упоры должны быть меньше, чем сам щит. Допустим, у нас вот этот упор 20 мм, а мы склеиваем 18. Как мы выходим из этой ситуации? Ослабляем, к примеру, да, вальму. И подставляем сюда кусочек, допустим, фанеры. Все, теперь у нас толщина щита будет получаться больше, чем сам упор. И мы без всяких затруднений сможем стянуть нашу вайму. Ну и напоследок хотелось немного поговорить о размерах. Длина трубы в моем случае 700 мм. Но опять я большие щиты не склеиваю, не буду склеивать, поэтому мне будет достаточно. В принципе, стандартные делают метровые. Но еще раз повторюсь, мне этого будет достаточно. Труба идет 20 на 40. Так, вот эта проушина, длина 120 мм, шпильку я взял с 200 мм, она у меня идет 12, я думаю, этого мне будет достаточно. Болты я брал 10, длина 40 мм. Ну и здесь в качестве упора использовал опять болты 10, длина у них 90. Вот, в принципе, и все. На этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!